Любители хоккея и болельщики столичного ЦСКА могли сегодня прикоснуться к главному трофею КХЛ – Кубку Гагарина. В Самару приз привез его обладатель Тахир Мингачев, воспитанник самарской школы хоккея. В таком большом спортивном празднике горожане даже и не ожидали поучаствовать, ведь самарская команда ЦСКА ВВС не играет в КХЛ. Зато в этом сезоне за московских армейцев выступил наш земляк. Первый раз, конечно, кубок привожу в свой родной город, надеюсь, не последний. Не знаю, я в восторге, я рад, что я могу привести такой трофей, показать на всеобщее обозрение. Тахир Мингачев с 4 лет в хоккее, первый тренер Валерий Дадаев. В свое время он играл за куйбышевский «Маяк». Железный Михалыч, как его любя называют близкие люди, сумел воспитать не только обладателя Кубка Гагарина, а еще и серебряного призера чемпионата мира среди 18-летних хоккеистов. Кроме того, на счету Мингачева победа в чемпионате высшей хоккейной лиги в составе столичной звезды. Достижениями своего воспитанника тренер Дадаев доволен. Благодаря семье, совместной работе с тренером, они никогда не лезли в тренировку. Процесс. Но я уже говорил, вот недавно мы с ней, с мамой разговаривали в свое время. Ну что ж такое, Валерий Михайлович, все Мингачев да Мингачев, что их фамилии, что ли, других нет фамилий. И вот недавно напомнил, ну где вот один Мингачев, говорю, и остался вот так вот. Напомним, ЦСКА держал победу над магнитогорским «Металлургом» в 7 матчах со счетом 4-3 и стал 2-кратным обладателем Кубка Гагарина. Армейцы – второй в истории клуб, которому удалось добиться успеха на решающей стадии после 3 поражений в первых 4 матчах. Кроме чемпионского титула, Тахир Мингачев получил еще и звание «Лучший новичок финала плей-офф континентальной хоккейной лиги». Работа тренеров, таких мастеров своего дела, как Валерий Михайлович Дадаев, и его коллеги, она все равно не может пройти бесследно. Поэтому вот Тахир, надеюсь, это первая ласточка, первая звездочка той хоккейной школы, которая ведет свой отчет с 2013 года. И, конечно же, мы все счастливы. Тренерский потенциал, традиции самарского хоккея, они дорогого стоят. Кубок Гагарина находился во дворце спорта всего 1 час. С 4 до 5 вечера любители хоккея фотографировались с призом и уже с легендой самарского хоккея Тахиром Мингачевым. Поздравили новоиспеченную звезду самарского спорта руководители городской и областной федерации хоккея, а также Министерства спорта. И пожелаю тебе успехов в новом игровом сезоне. Спасибо тебе большое за то, что кубок сегодня у нас. Я надеюсь, что для ребят, юных хоккеистов, которые здесь сейчас присутствуют, это новый стимул к тому, чтобы этот кубок каждый год, когда-то, да, когда вы зайдете в команды сильнейших хоккеистов Российской Федерации, приезжал в наш родной город. Спортивный праздник в Самаре завершился, но по эстафете Кубок Гагарина продолжит путешествовать по России. Такая возможность показать трофей КХЛ предоставляется каждому из игроков, победившей в финале команды, начиная с 2012 года. Как правило, хоккеисты в этот день везут кубок на свою малую родину. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.